Друзья, добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать вам о новой операции, которая появилась в нашей клинике. Эта операция называется липоскульптурирование. Операция отличается от стандартной липосакции тем, что во время обычной липосакции мы просто удаляем жировую клетчатку там, где она не нужна. Липоскульптурирование – это операция, направленная на повышение четкости контуров тела, на увеличение объемов тела там, где это необходимо. Перед вами результат операции на аппарате Вейзер. После операции мы видим четкие контуры передней брюшной стенки, уменьшение жировой клетчатки и достаточно быстрое восстановление. Здесь видны следы еще от послеоперационного белья, которые носит пациентка, но практически никаких отеков и никаких синяков уже нет, потому что операция на этом аппарате – это деликатная процедура, которая приносит минимальную травму тканям. Операция выполняется через маленькие проколы, которые мы располагаем в наименее заметных местах. Например, под ягодичные складки и линия, которая совпадает с линией бюстгальтера. И приятный бонус для мужчин. На этом аппарате мы можем подчеркнуть мышцы брюшного пресса, те самые кубики, что так сложно бывает сделать в спортзале. Процедура занимает тоже немного времени, где-то примерно 2-3 часа, и после этого результат остается очень и очень надолго. Так что Вейзер – это новый виток развития липоскульптурирования, это самый современный аппарат, который есть сейчас на рынке, и мы с радостью представляем его в нашей клинике.